Всем привет! В последнее время вы очень часто спрашиваете у меня, как поживает мой сенсей, как поживают мои хаммерхеды, и как поживает моя Сайберия и так далее. В общем, я решил, что можно рассказывать вам не только о новых девайсах, но и о старых, потому что, например, вы покупаете что-то, и вам интересно, что будет с ним через год. Поэтому я решил начать новую серию видео, и если вам она понравится, то я ее продолжу. А первым номером в нашем выпуске будет SteelSeries Sensei. Итак, это мой сенсей, тот, что был в обзоре, ему уже 2,5 года почти. И я его активно и очень-очень активно юзаю. Я ходил с ним на чемпионаты, постоянно таскал его на работу, с работы и очень активно играл дома. Смотрите, что с ним случилось. Самая главная проблема всех сенсеев, обычных, не MLG, не Fnatic, про те не знаю, а самая главная проблема всех сенсеев вот таких, это покрытие. Оно облазит. Как видите, у меня в нескольких местах сразу начало облазить, и я пытался каким-то образом его спасти. То есть здесь я замазал лаком, правда, он с блесточками, но тем не менее, это помогает. И вот здесь тоже. Вот тут тоже покрытие слезло. И самый большой фейл вот здесь. В остальном же мышка вроде как живая, боковины не стерлись здесь и здесь. Но, конечно, со временем во всякие щели забивается пыль, которую нельзя вычистить. Например, вот под эти кнопки, под вот эти боковые кнопки и, конечно, под основные. А вот так это выглядит, когда мышка подключена к компьютеру и включена подсветка. То есть через вот эти вот потертости пробивается красный цвет, ну или любой другой, который вы включите. И выглядит это, ну, не знаю, мне вообще-то пофиг, но кому-то может не понравиться. А это ножки. Они, кстати, остались чуть ли не в первозданном виде. Да, немного отполировались, но тем не менее они не стали тоньше, они не слезают, они не отваливаются, они прекрасно себя чувствуют и ездят они тоже хорошо. В основном они вязались на этом ковре. Это Razer Mantis Control, старый коврик с текстурированной поверхностью. И по идее на ножки эта поверхность должна влиять неплохо. Тем не менее, вы все видите сами, ножки остались целые. Ну, и вот так выглядит провод. Как видите, он немножечко, разуплотнился, что ли, потасканный немножечко, но это только вот этот отрезок. То есть это то место, в котором он терся об мой стол. И все, остальное провод выглядит вот так. Поплетка не расплелась, здесь все хорошо, и проводом лично я доволен, хотя не сказать, что он очень тонкий. Последнее, о чем нужно сказать, сенсор и клики. Клики здесь на 20 миллионов нажатий. Amron, как они нажимались в первый день, так они нажимаются. То есть никаких дабл-кликов, ничего не происходило никогда в жизни. И сенсор никогда ни разу не срывал. При том, что я носил эту мышку на чемпионаты. При том, что я постоянно играл дома. То есть столько часов и каток было на ней сыграно, не передать. Это самое юзабельное и... самая активно используемая мышка в моей жизни, которая у меня была. После MX518, конечно. Проверим, давайте, как она себя ведет. Я вам чуть покажу, что все с ней окей. Проверять будем на CSGO. Comeback из Real за самое большое количество убийств. Easy. Окей, это был Макс и старичок SteelSeries Sensei. Если вам понравилось это видео, то будет еще одно. Следующее, наверное, сделаем про SteelSeries Siberia V2, потому что к ним тоже очень много вопросов. Ну, если вам понравилось, то лайкайте, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал и увидимся.